Финляндия начнет добывать уран, элемент, который используется как топливо для атомных электростанций. На данный момент уран не добывают ни в одной стране Евросоюза. Государственная компания Terrafame объявила о планах начать добычу урана на руднике Талвиваара в районе Соткамок к лету 2024 года. Сейчас там добывают в основном никель и кобальт, используемые при производстве батарей для электроавтомобилей. По данным предприятия, в килограмме поднимаемой из-под земли руды содержится около 17 миллиграммов урана, и до этого момента его относили к производственным отходам. В Terrafame ожидают, что смогут получать около 200 тонн урана ежегодно. Инвестиции в проект составили примерно 20 миллионов евро. Предполагается, что добытый уран будет экспортироваться за границу.